океана, номер 96, Александр Конев. Главный тренер. День, уважаемые зрители. На стадионе 747 в Пскове и на канале «Псковский спорт» начался футбольный матч между командами «Псков 747» и футбольным клубом «Чертаново». Такой состав на игру выступил Игорь Евгеньевич Васильев. Есть изменения по сравнению с прошлой игрой, но об этом чуть позже. Состав футбольного клуба «Чертаново-2». Что мы знаем? «Чертаново». Матч «Абсурд Решов». Инспектор Сергей Григорьевич Пантелеев, город Тула. Итак, теперь перейдем наконец-то к составу. Хочется не только ощущать себя запасными в своей команде, но и главными на поле. На точку все-таки показывает очень много времени, и кто здесь главный, хозяева уже показали. Так вот, в то же самое время футбольная команда в прошлом студент клуба, и посмотрим, как возымеет ли она место. Ну, собственно говоря, сложно, да, сегодня говорить о том, что речь такая может не возыметь. Состав группы «Запад» в этом сезоне и команда 747, обладающая квалифицированными футболистами, должна выигрывать. Но отметим также с пометкой «Юниор». В старте у 747 таковых 5. Обратите внимание, да. Ну, перечертан Витан, великовозрастный уже, можно сказать. Антон Шишаев, перекладина. Ну, ничто не мешает в этом матче вот так поступать футболистам 747. Андрей Почвов красивым ударом. Что? Футболисты Чертановы сделали проникающая передача. И о чем вообще я говорил первые 20 позиций? Роскошно дирижировал из глубины действия командами. А в этой пока много выпадает, но никаких ранних замен не производит. Получил повреждение. А вот Арсений Ягодкин, 14 номер центральный защитник, как же у Луках пропускал. Жаждал вообще к себе. Футболисты 747 в раздевалке, а кроме раздевалки поскорее бы на поле. Потому что Арсений Ягодкин выходит Кирилл Турчин. Ну вот если говорить совсем о впечатлениях, да, естественно, что-то не устраивает в игре